красной звездой. Чужи. Чужи. Это пиздец, ребята. Только что. Это центр города. Мы едем спокойно, спокойно. Только что бомбили Харьков. Мы попали в это, увидели ракета. Сейчас покажу. Едем, едем прямо. Ребята, только что упало. Упал снаряд. Это просто пиздец. Площадь Конституции разбита. Парень вообще не парится. Так, площадь Конституции, авиан удар, окна повылетали. Посмотрите. Так, жертв пока непонятно сколько. Это просто ужас. Посмотрите, повылетали все окна. Вот тебе фартовый коллекционер. Блин, едет по центру города. Ребята, Харьков. Авиаудар. Это администрация внизу, советская. Советская, метро Советская, сейчас называется исторический музей. Значит, вчера бомбили площадь, а это низ, а это низ был. Ребята, распространите это видео, отправьте всем друзьям из России, что они видят, как вот люди едут, пытаются спастись, а просто налеты, авиаудары сейчас происходят. Ну, конечно, нужно не паниковать. Наши силы сейчас сопротивляются, но это просто жуть.